Так, малыши, возьмите пластилин и немножко полепите. Сегодня у нас очень насыщенный день. А что такое насыщенный день? Что сегодня будет? А мне пластилин? Несу. А день насыщенный потому? Эх, что сегодня к нам в группу поставят стиральную машину. Ого, какая прикольная. А зачем она нам? Ну как зачем? Стирать полотенышки, скатерти, салфетки там. Вот распоряжение заведующей. Ух ты, уже привезли? И не только из-за машины. Сегодня у нас в группе появится новенькая. Еще одна? А у нас группа что, резиновая? Нет, совсем не резиновая, а резиновая. Тьфу, я из-за тебя сама запуталась. Резиновая. Просто в группу должны быть записаны 25 малышей. А Вась ходит примерно человек 5-6. Кто заболел, кто уехал, кто еще чего. То есть средняя посещаемость очень маленькая. Поэтому заведующая приняла решение еще к нам отправить одну новенькую. О, так это не только стиралка, еще и новенькая. Интересно, она умеет сама ходить на горшок? А во сколько она придет? А можно стиралку посмотреть? Так, стиралки без нас не подходим. Мало ли, что вы там наделаете, она совсем новая. Мы с Цветочком за нее отвечаем, своей головой, между прочим. Цветочек, по-моему, новенькую привели. Малыши, вы, пожалуйста, полепите. Мы быстренько сходим, с новенькой познакомимся, в группу ее заведем. Ничегошеньки тут не трогайте. Гай, пойдем. Привет, малышка. Можно с тобой познакомиться? Я твоя воспитательница. Меня зовут Цветочек. А еще есть помощник воспитателя. Гай, иди сюда. Слушай, Цветочек, привет. Ой, это малышка или малыш? Где ее родители? Они что, ее тут разделки оставили и убежали? Здравствуйте, очень приятно познакомиться. Мои родители очень много работают и уже опаздывали на работу, поэтому они меня тут оставили. Но я и сама самостоятельная. Я сама все узнаю и все, что вы мне расскажете, запомню. Ой, какая молодец, таких самостоятельных у нас в группе еще нет. Ну что ж, давай раздевайся, посмотрим. Да, проходи вот туда, где висит одежда, там будет твой шкафчик. Смотрите, я слепила лимончик. Круто тебе, а я как не шмякаю, у меня ничегошеньки не получается из этого кусочка. Дай мне немножко желтенького. Ну тогда у меня будет не лимончик, а пол лимончика. Короче, вы хотите лепите, а я пошел кое-что посмотрю. Мне интересно, стиралкой, но что там внутри у нее? Это я хотел бы узнать поподробнее. Вау, смотрите, сколько там всего прикольного. Даже прищепочка какая-то есть. Интересно, зачем она? Слушай, бро, ты издеваешься, что ли? Мне тоже теперь интересно. Давай вместе смотреть тогда. Кому носик прищепить, идите сюда. Это как качелька, здорово. Давайте посмотрим, что еще там есть крутого. Ой, смотри, Цветочек, у нее или у него подсказка выпала. Только тут пусто. Ее просто смочить водой нужно. Цветочек, помоги мне замочек расстегнуть, пожалуйста. О, прикольно, смотрите, реально, водой помочил и стало все видно. О, привидение и знак почета первой степени. Что это еще такое? Наша загадочная малышка или малыш? Скоро узнаете, я почти вышла. Ой-ой-ой, смотрите, какую я штуку собрал. Это что, турник какой-то? Нет, он с крючками. Очень странная штуковина. Хопа, давайте посмотрим, что еще тут можно сделать. Чернаклейки я буду клеить. Смотрите, здесь их сколько. Ну вот ты тогда и думай, куда их здесь клеить. Здесь какие-то запчасти, но непонятно, откуда они и зачем. Чего тут непонятно? Вот это вот, наверное, средство для стирки. Сейчас я посмотрю нужную наклеечку для него. О, вот это подошла. О, отлично, давайте дальше разбираться тогда. У меня, по-моему, какой-то носок. У тебя есть носок там, а? Да, слушай, есть что-то похожее. Сейчас принесу, померяем. Во, отлично, разобрались, смотрите-ка. Это сушилка для белья, и на ней сушится носок. Эй, малыш или малышка, ты там долго? Мы уже распаковали твою сумочку и твою обувь для садика. Гайда, подожди, не торопи, она там, в переодевалке, сейчас выйдет. Слушай, я не тороплю, я просто волнуюсь, у нас малыши без присмотра, мало ли что они там придумают. Еще-то стиральная машина сегодня. Да все будет нормально, дай им пластилина, они просто обожают лепить. Здравствуйте, я готова, меня зовут Лил Фокси. Ой, какая ты темненькая, какие у тебя кудряшки прикольные. Приятно познакомиться, Лил Фокси. Одевай давай сандалики и пойдем в группу. Мы познакомим тебя с ребятами. Эй, так нечестно, меня-то вы за что сюда провесили? Я же не одежда. А ну-ка снимите меня быстро. Вот, доигрались прищепкой, теперь виси тут. А может попробуем постирать, у нас еще одежда осталась. Вон, смотрите сколько. А давайте попробуем, слушайте-ка. Что-то не получается никак. Так закройте вы уже в конце концов барабан. Ну все, я закрыл. Слушай, все равно не получается. Чего? Все, исправил, можно включать? Слушай, говорит, вроде включай. Ладно, сейчас тогда. Эй, а меня кто-нибудь отсюда снимет? Заходи, малышка, чувствуй себя как дома.
Что здесь происходит? А ну немедленно остановите машину! А ты что? А, Гай! Всем привет! Ух ты, как тут у вас весело! Я и не думала, что детский сад – это так круто! Ты, малышка, не думай, что у нас так всегда! Это мы просто ребят оставили, ненадолго, без присмотра! Ну что, ребят, мы это, с цветочком быстро всех спасать и на место рассаживать! А вы ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дренелка и смотрите новые, самые интересные серии! Пока-пока!